Куда это я попала? Чувак, снегурца, как это психушка? В смысле психушка? А вот в прямом. Новенькие пожаловали. Что на этот раз? Кто что сделал? Бедняжка, уже четвертый день не может глаза оторвать. Ой, я вижу, у нас новенькие. Что на этот раз? Все опять до психами стали, все опять с ума сошли. Туда. Наши люди. Люди, а я ведь ничего не сделала. Но почему я здесь? Тебя вроде на практику оставили. Ребят, я тут услышала, что как-то тут самый настоящий псих. Это вроде бы Дафни вроде бы была, а с ней ее подруга Мэй. А ты права, они настоящие психи. О боже, это потолок! Реальный потолок! Они чего, свихнулись что ли? Ну да, все знают, что ты тут самый настоящий псих. Ведь все это знают. Вот что зарезать эту пони, остаться в психушке. Ага, и не говори. Эти пони зарезали! Лола, ты что не знаешь? Да они тут просто маньячки. Кто бы говорил? Психами не становятся, психами рождаются. Странно, а я думала, что психами становятся, не рождаются. Кто знает. Ладно, нам уже пора. Стой, жди меня. Уже лечу. Ну шикарно, просто все нас бросили. Даже жрать не дают. А я думала, это будет ужасней. Поздравляю, ты в одной палате с нами. С нами. Мы тут уже как 4 года находимся. Никогда новеньких не бывало. 4 года? Слушайте, а мы жрать поем? Нужно ждать, когда нас позовут. Ненавижу. Ненавижу. Целых 4 года. Стою, жду, когда нас покормят. Лола, 2 часа назад кормили. Да, только вот еда была невкусной. Лол, а чё? Я полетела. Вы видели, как она полетела? Не раскрывая крылья. Да, это обычное явление. Ну да, никто на это не обращает внимания. К одному постоять долго, привыкание.